подумал, что иронично то, что я склоняюсь, чтобы упасть на тротуар. И когда у меня была депрессия, я чуть не упал, но чуть не спрыгнул с 9-го этажа, с крыши, перед тем, как лечь в психушку. Я 2 раза залазил и там подыскивал место, чтобы точно умереть. И единственное, что меня останавливало, то что, ну, инстинкт выживания, может быть, и еще, что я не был уверен, что я точно умру, если упаду, что останусь инвалидом там. Я хотел подстраховаться и дополнительно еще перед тем, как спрыгнуть, еще принять какой-нибудь яд. Ну, я не знаю, не разбираюсь. Мне в комментариях тогда один советовал, ну, типа, я стих написал, просто под песню грустную, он мне посоветовал, ну, типа, смерти пожелал, посоветовал выпить этого, кажется, цианид кальция или что-то там такое, калия цианид помогает хорошо. Я спросил у него, он поставил ему лайк. Как еще другой человек. Спросил, ну где достать, я выпью и убью себя. И он что-то слился и больше не появлялся, странно. Я ждал, когда он напишет мне. Я реально не знаю, где достать. И вот иронично то, что я всю жизнь рисовал с 17 лет для города на плитках. На тротуарах, на асфальтах, мелками пейзажа, и умру, упав на бетонную плитку, на которых я рисовал. Вот что иронично. Я тут видел мужика, который выбрасывал, курил, лег тонкую сигарету, там решил проэкспериментировать. Курю то сейчас тонкие сигареты, уже почти закончились, с ментолом, и пил кофе там, ну, ел там, в общем, в мусорке мужик шарился, и он собирал стеклянную тару в одну в портфель, а пластиковую приминал и в другую. По-моему, можно сдавать. Я подумал, может, мне тоже ходить по мусоркам, собирать бутылки и пластиковые, и сдавать куда-то, получать деньги за это. Я не знал про то, что сейчас уже, еще сейчас еще такое существует. Я хотел, если бы я был невоспитанный, я бы крикнул: эй, мужик, ну, спросил бы, расспросил бы у него. А поскольку я воспитанный, я не буду кричать там на всю улицу, на весь двор. Ну и смущать его, и мешать окружающим людям спать. Хотя сейчас воскресенье. Ну вот. А какой-нибудь ушлый он бы спросил, начал бы сдавать бутылки и знал бы, куда сдавать, да тот бы не стал рассказывать. Ну, видимо, где-то принимают, я не знаю, где. Наверное, в каких-то подпольных фигнях, где делают суррогатные какие-то напитки и так далее. Еще вот песня, поп-панк песни там, я вспоминал. Я ободрюсь, 1,5 килограмма отличного пюре, ну, группа. Да, я подрабатывал расклейщиком, я помню. Слушал в наушниках. Я ободрюсь, пью витамины и сок, я не боюсь потерять. Что-то там жизненный. Короче, вот такие позитивные песни, которые просто созданы для того, чтобы их было приятно слушать и под них кататься на скейте, допустим.
или просто ходить по улице, двигаться. И вот этот новый рисунок панорамный по готике. Монастырь, корабли, остров, две башни те темных магов, этот Анара или кого там, ферма, под куполом замок, старый лагерь, башня Ксардоса и ферма Лабарда, конечно же, и город. Только здесь немножко по-другому. Ну, по идее, он вот так вот идет, заворачивает, и там вот это все. Ну, это так, из воображения. Я даже никуда не смотрел, когда рисовал. Полностью из воображения нарисовано. Здесь вода, типа. И здесь водопад я хотел изобразить. Не знаю, получилось или нет, скорее не получилось. А отсюда выходит герой, идет вот так, здесь молится. Идет здесь ферма Лабарда. Может здесь будет подняться, может так просто пройти. Обычно вот так проходит. А здесь город. Я даже не надеюсь, что кто-то это оценит. Просто выложу. Лично я, может, оценю это. Все равно просто рисую. Я считаю это красивым. Ну, а кто, может, другие не оценят это. Ну, остальные, кто у меня, кто фанаты этого Готики 2. Может, им надоело, или им покажется, что здесь все криво. Я даже начал монстриков рисовать, там, всяких этих зверушек. Новые элементы стал добавлять. В монастыре там уже корабли тут есть, все есть. Остров есть, все основное. Только Харинис только внизу виден. Тут все, тут по идее все есть. Харинис это. Кроме, конечно, лагеря наемников. Но мне он не нравится. Хотя я за него всегда играл. Потому что за них легче всего играть. Как это. Не там самые сильные доспехи были. Или оружие, или доспехи, насколько я помню. Я пока что просто развивал немножко. Недостаточно хорошо развито это рисование. Ну, постепенно прогрессирую потихоньку. Если рисовать просто каждый день. Пью третью кружку кофе индийского. Ну, неприятное. Горького. Проснулся в 5 утра.